Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой KitKat. Покупала его в фикс прайсе за 25 рублей. Здесь у нас две порции. Вес 45 грамм. На фотографии на все это будет в конце ролика. Здесь состав, как всегда, и все прочее. Давайте его откроем и посмотрим, что же у нас внутри. Тарелочка нам понадобится. Вот так он выглядит, симпатично. Как раз такой батончик может подойти для 4 друзей. Как раз их тут 4 штуки. Шоколад молочный, по всей видимости, потому что он светленький. С этой стороны он выглядит вот так вот. Не настолько красиво, как, допустим, с той стороны. И давайте его попробуем. Довольно легко он ломается. И здесь, смотрите, тоже довольно хорошо отломился. Внутри, да, заметно маленькая-маленькая вафелька. Совсем-совсем малюсенькая. Давайте попробуем. Поскольку там самой вафельки довольно мало, то чувствуется, что очень много шоколада. Ну, по ощущениям, как будто вафелька прям малюсенькая, а шоколада очень много, очень вкусно. Я пробовала другой KitKat, который вот большим батончиком. Мне не очень понравился, потому что он вафли много, ее неудобно кусать, она жестковатая. Ну, как так это? Батончик-батончик, а вот это вот довольно вкусное. Здесь видно, что много шоколада. Такой он прям сладкий, такой хрустящий. Вы, наверное, слышали, как хрустит сейчас. Давайте доедим ее. Очень вкусно. Такая она мягенькая, нежненькая. То есть вот бывают вафли, обдирают небо, неудобно их жевать, поэтому, кстати, я не очень люблю вафли. А это довольно вкусное. Да, вот там видно, что это вафля. Очень понравилось. Я буду, наверное, покупать еще. Теперь знаю, что это так вкусно, оказывается. И вам тоже советую. Это можно и подарить, такой батончик. Единственное, конечно, мне не понравилось то, что здесь шоколад молочный. Для меня, наверное, молочный шоколад это, я думаю, наверное, и для всех тоже. Может быть, для многих это какой-то шоколад такой более худшего качества. Я люблю все-таки такой черный, чистый шоколад. Как бабаевский, вот там люкс, элит и так далее. Вот, а здесь, ну, в принципе, все равно это можно попробовать, это можно поесть. Тем более здесь, когда хочется вдруг вафельки, можно купить, она всего стоит 25 рублей. Конечно, для вафельки, может быть, это и подороже будет. Но здесь и шоколад, и здесь удобно кушать, и они маленькие, кусаешь маленькими кусочками. Вот, напишите свои комментарии, понравились ли вам такой батончик.
понравилось, чем понравился, чем не понравился. Обязательно пишите комментарии, потому что другие люди будут искать отзыв, прежде чем купить, вот, посмотреть, и чтобы они видели ваши отзывы, ваши комментарии. Вот, и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Смотрите другие мои ролики, влоги, как мы с сыночком живем, как мы будем скоро гулять, уже скоро лето у нас. И всем пока-пока.